Всем привет, это Да скажи, что Да играем. F4, это шахматы камбэк. F4, Ну конь ладно, давай, F3. давай, ладно. Сюда понесли. Конь H3, конь F2, конь D3. Как-то сюда, наверное. Ну сюда пойдем. Что-то он не то делает. А мы? Ну мы это понятно, что не то, это ж камбэк. Так, ладно, берем пешку. В общем, эта партия уже неинтересна. Почему? Уже выиграна. Так, секунду. Нужно придумать оригинальную идею. Давай лишим его, как... Никак мы его рокировки не лишаем, да? Лишаем ЕФ. А да, ЕФ, отличный ход. Это оригинальная идея? Да. Ну-ну. ЖФ через H5. Ферзь H5 и коня можно сдать. Ну, коня мы и сдаем уже по-любому. Все, и 2-0. И приступай. Ну, проиграно у белых. Проиграно? Да, абсолютно вообще сдача полная стоит посуды. Ну, черных очень быстро фигуры выходят все. Ну, это когда ты останавливал? Нет, я настолько проигранных позиций в этих камбэках я давно не припомню, кстати. Ну, похоже чем-то на королевский, нет? Чуть-чуть. Нет, похоже на... Не, ну что это за позиция? Ну даже активности нет никакой. Ну а что делать? Так это же не интересно. Интересно, когда активность. А тут мы просто без фигуры. Сейчас как-то слон... Так, слон d4. Его контроль над всеми полями белым. Пора перехватывать. Ну слон d4. Сам бог велел ходить так. Тактика пошла. Ну он сейчас коня просто уберет, Никита. Ну понятное дело. А почему ты взял именно этого? Потому что я хотя бы сбиваю его того коня, который поле e4 держал. На cd он просто играл d8, надо сдаться. Ну или можно было рассчитывать на то, что он заменит коня. Но это, по-моему, не очень интересно. Ну на b4. Ну вот сейчас ладья e8 и все. И тут... Да, что, а что делать? Ничего не делать. После сдачи коня там уже сразу проигран. Вот как играть? Ферзь h6 сейчас. Как-то еще поддавить. Абсолютно бесполезный ход. Может быть c4, c5? dc. Или d5, еще проще. Ну это как хоть что-то, нет? Нет, абсолютно ничего. Тут вне зависимости от разницы в рейтинге, там просто не ну, к чему. Ладья d1. Просто не к чему цепляться. Вот, цепились. Флаг будем рубить. Во-первых, он может взять туда. Просто пойти... А, сюда, тогда понятно. Да, победа.